Всем привет, меня зовут Лили, и я хожу в лабораторию звука на барабан. В лабораторию звука я хожу уже 1 год. За это время мы успели разобрать 4 песни, разбираем уже 5-ю, а также я успела уже выступить на отчетном концерте. Трудности, с которыми я столкнулась, обучаясь на барабанах, это в первую очередь координация, второе, скорее всего, это динамика. Чтобы преодолеть эти трудности, я, конечно, занимаюсь дома, а у меня есть пэд, палочки и отрабатываю упражнения в домашних условиях. Что могу сказать о студии? Она мне очень нравится, она очень уютная. Я всегда могу подобрать для себя занятия тогда, когда мне будет удобно. Преподаватель у меня просто прекрасный, который всегда мне расскажет и поможет то, что я сделать не могу. Поэтому всех приглашаю в лабораторию звука.